Я понимаю то, что все сдавали, значит, я тоже сдам. Вот. Я настроена больше на вторую часть, то, что она как-то полегче идет, потому что там просто ты читаешь что-то, вычисляешь реакции. Годы усердной подготовки и всего 210 минут на возможность проявить знания. Выпускница Аня Головина взволнована, как и большинство ее сверстников, но панике места не дает, ведь на кону цель – стать медиком. Схожая мечта и у Владимира Семенова, выпускника второй гимназии, который для себя решил стать хирургом или онкологом. Не иначе. Готовился 2 года, и вот, то есть 10-11 класс, начало 11-го начал усерднее гораздо готовиться, не спать ночами, для того, чтобы написать вполне хорошо. Перед первым взмахом ручки осмотр на входе, термометрия. В этом году эпидемиологические требования к экзаменуемым снижены. По их усмотрению маски и обработка рук, но все так же обязательный досмотр с металлоискателем и видеонаблюдение во всех аудиториях. Вне аудитории видеонаблюдение у нас тоже есть. Значит, видеонаблюдение мы постоянно контролируем на площадке «Смотри ЕГЭ», за то отвечают технические специалисты. До экзамена полчаса, и сейчас в штабе настраивают всю технику видеонаблюдения. В этом году в 24-й школе установили новые камеры. Все сделано для прозрачности и честности экзамена. Вынужденная строгость, к которой экзаменуемые относятся спокойно, а на случай плохого самочувствия всегда дежурит фельдшер. Всего в пункте работает 50 педагогов и 6 независимых наблюдателей, которые также прошли свои профильные экзамены, прежде чем попасть на ЕГЭ. Организаторы в аудитории, вне аудитории обязательно в течение месяца до начала единого государственного экзамена проходят обучение на федеральной программе, сдают экзамен, получают сертификат установленного образца. Помимо химии, 26 мая выпускники школ сдавали географию и литературу. В конце месяца предстоит написать русский язык, в начале июня профильную и базовую математику. Основной период сдачи ЕГЭ завершится 21 июня проверкой знаний по информатике. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73.